на матче Россия-Уругвай. Кто победит? Доброе утро всем футбольным болельщикам! У нас на поле в парке Горького на воротах Яков Потапыч, медведь-предсказатель, который обладает удивительной футбольной интуицией, и его тренер и наставник Олег Александров. Привет! Привет! Принимай, Яша. Молодец! Именно он предсказал, что наша сборная выйдет из группы, и оказался прав. А сегодня заключительный матч группового этапа. Сборная России встречается со сборной Уругвая, которая тоже обеспечила себе место в плей-офф. Но кто окажется на первом месте в нашей группе, если сборная России победит или будет ничья? Первое место за нами. Яков Потапыч, как обычно для себя, три бочки. Сборная России, Уругвай или ничья? Выбирай! Яков Потапыч взял мяч в лапы и встает на исходную позицию у ворот. Крутится на одном месте. Все болельщики сборной сейчас замерли в ожидании твоего выбора. Что ты нам скажешь? Идет к бочке Россия! Ну, Яша бросил мяч в бочку Россия! Очень здорово! Все болельщики сборной России очень надеются, что твое предсказание сбудется. Спасибо тебе большое. А мы его проверим сегодня вечером на Первом канале. Россия-Уругвай. Болеем за наших. Ура! Ура! Баскетбольные навыки нашего Якова напророчили победу России сегодня. Ну, а что, между прочим, извините, я перебью, просто больше.